Сегодня хочу вас познакомить с противораковой диетой Йоханны Будвик. Еще называют протокол Будвик. Это очень простая диета. Более подробно вы можете набрать в интернете и найти. Отмечу, что еще более 50 лет назад немецкий врач Йоханна Будвик ее разработала. И тысячи были вылеченных людей на разных стадиях рака. То есть эффективность, она в принципе доказана опытами. И более того, до сих пор врачи бьются и проверяют, как это так все происходило у нее. Вот. Основное блюдо, которое она рекомендовала на завтрак, это натуральный творог и льняное масло, также хорошего качества. В более поздней доработке там еще туда же добавляли семена льна. То есть, грубо говоря, на 100-150 грамм творога, 2-3 столовых ложки льняного масла и 2-3 ложки семян льна. Это такой завтрак. Соответственно, дополнительно там шла диета. Диета, в принципе, ничего нового. Любой нутрициолог вам примерно скажет то же самое. Овощные соки, больше овощей, фруктов, меньше красного мяса и так далее. Подробно можете ознакомиться, набрать. Есть и фонд у нее, и сайт, где продолжают ее дело и лечение. Все это можно найти. Но основа, еще раз повторюсь, творог, льняное масло и семена льна. Кстати, по этому поводу была передача, не помню, я смотрел по телевизору, и там одного тоже долгожителя спрашивали, как он так в больницу не ходит, не болеет, отлично себя чувствует. Ну и лет ему там было уже там под 90. И он сказал, я ем пророщенные семена льна. То есть о их пользе уже говорилось неоднократно. Поэтому, кому интересно, принимайте на вооружение, изучайте и вводите в свою жизнь, если есть такая необходимость. Всем здоровья, хорошего дня. У нас отличная погода. Уже запахло весной, что называется. Поэтому всем добра. Добра, здоровья, счастья, любви.